Мое ТВ. Будь в сети. Ну что, друзья мои, хотелось бы сейчас подвести, не то что подвести итоги, а наградить победителя. Вчера, начать торжественно как бы, да, как-то с какого-то момента такого запоминающегося, яркого такого события, вручить вот эту вот самую футболку, фирменную футболку «Мое ТВ» с автографом Бабкина. Достается она... Алексею Жукову из Таганрога. Из Таганрога, что казалось бы, да, Тюмень-Таганрог, где ж тут разница. А вот и звоним сейчас. Это, кстати говоря, Алексей Жуков, он был самым активным онлайнером вчерашней трансляции с концерта Сергея Бабкина. Сейчас будем вручать и радовать. Тан-тан-таран-тан-тан-тан. Алло! Да-да-да. Алло, привет, если ты нас видишь, ты видишь вот эту вот футболку, которая просто горит уже желанием скорее попасть тебе в руки. Мы тебя поздравляем. Хе-хей. Алексей, а почему мы тебя не видим? У тебя есть видеотрансляция? Нету, увы, нету. Ах, вот, ну вот печально. Вот такие дела. Давай, рассказывай, ты являешься поклонником Сергея Бабкина. Нет, я не поклонник Сергея Бабкина, я просто слушатель. Просто слушатель. Алексей, ты, вот если можно, ты бы трансляцию отключил, а остался бы все-таки в скайпе с нами, чтобы мы без задержек с тобой общались. И, Алексей, я хочу у тебя спросить, откуда ты узнал об этой онлайн-трансляции, которая была вчера? Ты же сам в Таганроге, далеко находишься от Тюмени. В Таганроге, да, на официальной странице Сергея Бабкина было выложено это сообщение. А ты смотрел все мероприятие от начала до конца? Да, от начала до конца. Возле компьютера сидел, песни напевал? Конечно. А о моем ТВ раньше что-нибудь слышал? А вот теперь узнал и стало интересно? Ну, возможно, да. Можно поучаствовать. Ну, само собой, конечно же. Ну, Алексей, мы тебя поздравляем. Футболка отправится к тебе. Рассказывай друзьям о том, что существует вот такое вот «Мое ТВ». Пускай они тоже нас смотрят, пускай тоже участвуют активно в обсуждениях и побеждают, само собой. Один вопрос можно? Конечно. Без проблем. Что на майке написано? На майке написано. В смысле автограф. Ну, автограф, ну, да. Там еще какие-то слова пожелания, но. Автограф, да. Дело в том, что Сергей, он писал на лунном языке. Все говорили ему, уже пиши по-русски. Непонятно же, что он говорит, он нет. Он написал счастье, удачи, добра и любви. А мне кажется, он списывал с медицинской справки. Там вот то, что доктор написал, он просто перерисовывал. Похоже на это. Ну, в любом случае, здесь какие-то добрые, теплые пожелания. Вот. А какая у вас погода в Таганроге? Погода? Сейчас 4 часа дня у нас в Таганроге. Ну, хмурая погода. Хмурая? Снежно? Хмурая? Нет, снега еще нет. Снега еще нет у вас? А хотите, Алексей, мы вам отправим? Снег в конверте. Вот вместе с футболкой мы снег завернем и вам отправим. Я говорю, он говорит. Можно отправлять снег ведрами, повторяю. Вот, все, мы запомнили, так и сделаем. Ну, Айгуль будет этим заниматься, раз уж она захотела. Хорошо. Ну ладно, спасибо вам большое, оставайтесь в сети, оставайтесь вместе с нами. Спасибо вам за организацию концерта. Пожалуйста, спасибо вам, пока-пока. До свидания. Это был Алексей Жуков из Таганрога, который отличился вчера, был самым активным зрителем на концерте Сергея Бабкина. Мое ТВ. Мое ТВ. Ежедневно с 6 до 10 вечера.